Вы знаете, что меня, вы сказали, что вы удивляете, что меня удивляет? Вот, я, может, кричу сильно. Нормально, мы же в прямом эфире, поэтому так и надо. И, кстати, мы в прямом эфире, поэтому вы можете говорить все, что угодно, здесь никто не переврет, и главному редактору не придется платить деньги за вранье. Что вы ведь... прославились отрицательными персонажами. Конечно. То есть вот у балабановские братья просто там конченый совершенно негодяй. И вообще специализация ваша была на таких вот... Антикиллер, ну, На мерзавцах. Брат. При этом даже тогда, до того, как вы еще там сыграли Павла и прочее, люди как-то вот у вас вот просто вы... Люди ведь всегда актера... Отождествляют с персонажем. Но люди от вас всегда вот перлись. Они смотрели на вас, и всегда улыбка появлялась. Это какой-то феномен. То есть они чувствовали какую-то... То есть вы всегда играете, что ли, когда вот вы в... Вне сцены, вне экрана. В жизни. Вы всегда как бы ощущаете себя на сцене. Какой-то опыт такого фонтанирующего, харизматичного оптимиста строите? Харизму сыграть нельзя. Правильно, точно, нельзя. Точно. Вот, молодец. Вот я вас провоцировал. Отлично. Это характер. Да. А харизму нельзя сыграть. Вот я могу даже назвать, что вот Рената, она харизматична, Литвинова, например. Да. И еще, почему я ее назвал? Потому что она ярчайший представитель носителя харизмы. И такие есть. А характер-то у нее другой. Так что, нет, я так живу, я такой. И хочу жить или вести себя по-другому. Но меня хватает, может быть, на две минуты. Я могу, иногда собираюсь куда-нибудь на встречу или вот так же к вашему брату, тележурналисту. Думаю, сейчас сяду, буду солидный, такой степенный, важный. Нифига мне не получается. Нет, харизма в чем-то другом. Другое дело, подыгрываю ли я улыбкам и отношению людей ко мне. Да. Конечно, подыгрываю. Как я говорю, немножко культурным быть нельзя, а немножко хамом можно. Я подыгрываю отношению ко мне людей, к людям, которые ко мне относятся. Очень часто меня встречают, и они со мной... здороваются. И я приветствую. Однажды вот мой племянник приехал, мы шли по Москве, я говорю, здравствуйте, здравствуйте, как дела? Хорошо. И Ваня меня спрашивает, а это что, твой знакомый? А это что, твоя знакомая? Я говорю, да нет, чужие. А что ж ты с ними так разговариваешь, как будто они твои соседи? Я говорю, они же со мной здоровы. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».